440 дружинников сегодня помогают полицейским охранять общественный порядок в Чувашии. В этом году впервые в республике выберут лучшего дружинника. Пока в разгаре соревнования на районном уровне. Инициатором конкурса названия лучшего народного дружинника выступило Республиканское министерство внутренних дел. Идея получила поддержку главы Чувашской республики. Для награждения финалистов конкурса, который планируется завершить в октябре текущего года, предусмотрены солидные премии. Конкурс проводится в республике впервые и призван привлечь интерес к народной дружине. В мероприятии примут участие победители районных этапов состязания. Чтобы стать лучшим, дружинникам нужно не только активно участвовать в охране общественного порядка, но и сдать нормативы по физической подготовке, оказанию медицинской помощи и знанию законодательства. Данное мероприятие проводится не только с целью выявления лучших по физической подготовке и правовой грамотности, но прежде всего это определение готовности народных дружинников оказать содействие сотрудникам полиции в мероприятиях по охране общественного порядка по мере необходимости. В селе Шамурша дружинники скрестили шпаги на базе местного спорткомплекса «Туслах». Всех участников отметили поощрительными призами. Но все же самой подготовленной неожиданно оказалась представительница прекрасного пола Екатерина Корсакова. Надо сказать, в Шамурше большую часть дружины составляют студенты и активная молодежь районного центра.